Тяжелая жизнь у авторов программы «Автостопа». Крайне тяжелая. Вы сами подумайте. 4 автомобиля в день. Разного типа. Круто? Кто-то скажет «круто», а мы скажем «а это наша жизнь, это наша работа». Но в нашей жизни и в нашей работе существуют, мягко говоря, уникальные автомобили, ездя, точнее, управляя которыми, испытываешь не детский восторг, и можно так немножко попросячь повизгивать. А почему? Потому что машина, например, Nissan Safari, это машина именно для поросячьего восторга и для повизгивания. Причем и в дебрях, и в помпасах, и по пескам, и по снегам. Потому что это Nissan Safari переделанный, точнее, сделанный на укороченной базе от Nissan Patrol. А Nissan Patrol, это, как скажем, один из японских чемпионов по лазанию туда, куда Макар телят не гонял. Здесь удобно располагаются 4 человека. И лучшая в жизни услышанная мной команда «Держаться!». Мы только что хотели попробовать этот автомобиль проекта на знаменитой Потемкинской лестнице. Кучергов, Орджоники, знаете такое? Практически полностью съехали. Ну вот не захотели брызговики отрывать. Давайте по сути вопрос. По сути вопрос. 700 тысяч рублей, машина 97 года выпуска. Пробег 129 тысяч. Серебро, приятное. На полном фарше, на стандартном японском полном фарше. Но мало того, если здесь произвести небольшую доработку, то можно спокойно ехать и на чемпионат внедорожников легко. Вообще автомобиль Nissan Safari состоит из одних противоречий. Ну, по моему мнению. Объясню почему. Казалось бы, такой короткий городской автомобиль. Очень удобно парковаться, особенно на высоких бордюрах. Потому что на самом деле это огромный джип, хоть и трехдверный. И место сзади, мама дорогая. Между прочим, задние места оборудованы, как положено, ремнями безопасности. А вот если вы хотите сделать багажник побольше, пожалуйста, складывайте сиденья, образуется ровный пол, и, ну, я думаю, что кубометр пространства. Что касается двигателя, слышно его практически только на стоянке. Несмотря на то, что дизель, турбированный 2.8 с сумасшедшим крутящим моментом. Если вам не нравится фигура сеятеля, ну, станьте фигурой пахателя или пахателя, или пахаря. Фарш здесь настоящий, японский, все автоматическое. И докопаться-то не до чего. Плюс здесь стоит сигнализация с турботаймером, с режимом подогрева и с обратной связью с пейджером. Так что угнать этот автомобиль тоже невозможно.